27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. В честь этой даты в Ленинской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов было устроено чаепитие, в котором приняли участие бывшие блокадники. В настоящий момент на территории Ленинского городского округа проживает 14 бывших жителей блокадного Ленинграда. Не все смогли принять участие в мероприятии. Лишь 9 из них собрались за этим столом. Одним из тех, кто пришел отдать дань уважения людям, пережившим блокаду, стал исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Спасский. В этом смысле каждый из вас, тот, кто независимо от возраста, хлебнул этого лиха, это живой свидетель тех событий. Тем ценнее то, что вы с нами сегодня и способны донести вот ту эмоцию, то, что происходило до нас, ныне живущих. В ходе мероприятия бывшие блокадники поделились своими воспоминаниями о военном времени. Также собравшиеся обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам. Особой темой для обсуждения стало празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот год знаковый, это год 75-летия Победы и огромное количество мероприятий запланировано. Вот наши сегодняшние мероприятия фактически открывают вот ту череду, последовательность мероприятий, посвященную Дню Победы. По окончании мероприятия для Алексея Спасского провели экскурсию по помещениям, которые занимает Ленинская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. А для бывших блокадников были подготовлены памятные подарки.